Пропускной пункт Брест-сопредельный Тирасполь остался единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Часто этот маршрут в страны Европейского Союза бывает наиболее загружен легковушками. Сегодня колея в пункте пропуска Брест-сопредельной стороны Тирасполь растянулась на 1,5–2 километра, хотя совсем недавно она доходила до самой Брестской крепости. На мосту, который разделяет две границы, а также на территории белорусского погранперехода, в очереди преимущественно рейсовые туристические автобусы, а также легковушки на белорусских, польских, немецких, французских и прочих европейских номерах. В настоящее время пункт пропуска Брест-Автодорожный является единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Безусловно, это вызывает увеличение потока транспортных средств и физических лиц, которые следуют в ту или другую сторону белорусско-польской границы. При этом следует отметить, что пропускная способность в одну сторону составляет до 1700 транспортных средств в течение суток. Сегодня мы можем констатировать, что с 0 часов 5 июля до настоящего времени, то есть до утра 7 июля, проследовало на выезд из Республики Беларусь в Республику Польша почти 1400 транспортных средств. То есть мы видим, что достаточно далеко до критической точки, когда затрудняется пропускная способность. За последние сутки были 2 часа, в течение которых польская сторона не принимала вообще ни одного автомобиля, что, безусловно, способствовало увеличению очереди транспортных средств. При этом можем констатировать, что к концу недели у нас наблюдается увеличение потока людей, которые следуют на въезд в Республику Беларусь. То есть, как я говорил, на выезд за это время проследовало почти 1400 транспортных средств. В то же самое время на въезд в Республику Беларусь проехало почти 2300 транспортных средств. Вместе с тем, несмотря на то, что очереди сохраняются, пропускная способность, в принципе, продолжает выполняться белорусской стороной. И все задержки пока вызваны, к сожалению, неритмичной работой сопредельной стороны. Сегодня закономерности во времени прохождения границы в Бресте-Тирасполе нет. Можно пройти за 30 минут, а можно и за 30 часов не уложиться. Наталья довольно часто ездит в соседнюю страну. По ее словам, граница – это сплошная лотерея. Порой можно быстро пройти, а иногда контроль проходит очень медленно. На данный момент, получается, где-то около 12 часов мы стоим. В жару очень сложно, когда жарко, вообще просто невозможно, потому что температура. Ну, приходится стоять. Но в последнее время, я так понимаю, утром, днем люди в жару стараются не ехать, потому что очень тяжело. Все на ночь постоянно задаем вопрос, а почему тогда такая очередь? Вроде ты туда заезжаешь, вроде они работают. Ну, а здесь самый тяжелый барьер – это пройти погранцов. Тогда оно как-то быстрее идет. Я первый раз еду, первый раз поехал. С 10 часов вечера вчерашнего, и вот до сих пор стою. Еще там не было, я не знаю, там ситуация какая. Надеюсь, сегодня перейду границу. Мы где-то с 11 часов вечера, и вот еще даже не доехали до польской. Сложно, потому что как бы спать приходилось в машине, потому что сначала на стоянке стояли, потом нас пропустили, где-то движение было раз в час, в полтора. Там как бы все упирается в эту очередь. То есть там пропустили, машины не могут проехать, потому что как бы впереди стоят. О том, стало ли сложнее проходить границу, поинтересовались и у водителя автобуса. Бывает по-разному. Бывает от загруженности дня. Если едут шоп-туры за товаром, значит, туда собирается больше очередь. Это, соответственно, дни, которые четверг, пятница, среда. Вот. Понедельник, вторник, очереди меньше. Вот. Ну и, соответственно, еще рейсовых автобусов тоже больше стало. Больше стало людей ездить в рейсовых автобусах. Люди едут на отдых за рубеж. Вот. Все едут в Варшаву, чтобы с Варшавы вылететь самолетом. Вот. Соответственно, вот автобусы все битком, полностью все места заняты. Есть 50 мест в автобусе, есть 70 мест в автобусе. Вот от этого, от создается очередь, потому что на автобус уходит больше времени на оформление. Атмосфера нормальная, все друг друга понимают, входят в положение, никакой ругани нету, и пассажиры понимают, что один пункт пропуска на всю Белоруссию, и поэтому, соответственно, службы тоже не могут справиться. Что о ситуации говорит водитель из Польши, который на данный момент еще стоит на белорусской границе? Почему сопредельная сторона так работает? Ну, 7 часов, то будет 10 часов. 10 часов? Да. С
сейчас сложно, и вот как вы думаете, почему вы так долго стоите? Почему очереди образуются? Какая сторона не работает? Или из-за чего вы так думаете? Я не первый раз еду там. Одна сторона, много надо ждать мне. И с этой стороны, и с Польшей стороны будет так все равно. Польской стороны есть несколько часов, и они почему-то не хотят вообще пускать. Не знаю. А почему? Я не знаю, почему. Почему? А то не важно, чи белорусские, чи польские, они всех так само трактуют. О том, как будет развиваться ситуация и дальше, время покажет. А сейчас белорусская сторона работает в усиленном режиме. А вот к сопредельной есть вопросы.